Марка Continental представляет абсолютную новинку – модель Ultra Contact, которая, по уверениям разработчиков, должна удивить своей долговечностью. Шина разработана из расчета на постоянное и длительное использование и в первую очередь понравится службам каршеринга, таксопаркам и другим транспортным флотилиям. Кроме всего прочего, эта модель обеспечивает отличные характеристики на мокром асфальте и свойственный шинам Continental низкий уровень шума. Основа линейки Ultra Contact – прочная резиновая смесь Yellow Chili, то есть желтый чили. Она сочетает долговечность и упругость, а потому наградила покрышку сбалансированными характеристиками на сухой и мокрой дороге, а также большой ходимостью. Дизайн протектора оптимально распределяет давление внутри пятна контакта. Сам протектор обладает такой жесткостью, чтобы одновременно гарантировать повышенную прочность, максимальный комфорт и малый износ. Вдобавок, Continental Ultra Contact позволяет сократить тормозной путь как на сухом, так и на мокром покрытии. За последние отвечают большое количество боковых ламелей и поперечные канавки плечевых зон, что усиливают отвод воды за счет эффекта смахивания. Тихой шину делает технология шумоподавления, которая включает специальные элементы на окружных каналах, что прерывают звуковые волны. Понятный аналог — прибрежные волнорезы, которые уменьшают интенсивность волн. Шина обладает высоким уровнем защиты от повреждений. В этом заслуга прочного и износостойкого компаунда, а также толстого и прочного каркаса. Вдобавок, многие типоразмеры оснащены фланцевыми ребрами нового поколения для защиты обода диска. В этом сезоне Continental Ultra Contact предлагает уже 100 типоразмеров для дисков диаметром от 14 до 20 дюймов. А в следующем году вариаций станет еще больше. В зависимости от размера допуски по скорости доходят до 300 км в час. Победителем премии «Всемирный автомобиль года» стал компактный электрический кроссовер Hyundai IONIQ 5. Больше сотни судей из трех десятков стран поставили этой модели пусть не намного, но больше баллов, чем конкурентам Kia EV6 и электрическому Ford Mustang. Кроме того, в рамках конкурса пятый IONIQ выиграл и в других номинациях. Это лучший электромобиль года и лучший дизайн года. Всего на звание лучшего автомобиля планеты претендовали 28 новинок.